Уровень жизни россиян эксперты оценивают довольно часто. То сравнивают наши зарплаты, то цены на хлеб, то количество куриных яиц в лотке. Однако таким образом сравнивать наши доходы еще никто не пробовал. В этот раз эксперты РИА Новости выяснили, сколько можно купить литров бензина народного 92-го на среднюю региональную зарплату. Свои расчеты эксперты строили на официальных данных Росстата, в том числе региональных выкладках по средней зарплате и средней стоимости 92-го бензина. Больше всего топлива на среднюю зарплату в России можно купить в Ямало-Ненецком автономном округе. 2 с лишним тысячи литров. 92-й там, кстати, обойдется автовладельцу в 40 рублей 84 копейки. На втором месте Москва. Тут со средней зарплатой можно накупить 1798 литров. Следом за столицей блоком идут северные регионы страны. Чукотка, Магадан, Хантамансийский автономный округ, Санкт-Петербург на 9-м месте. Первый из поволжских регионов, Татарстан, мы обнаружили на 34-й строчке рейтинга. Ульяновск и Пенза на 62-й и 63-м месте, соответственно. Даже Чувашия на 69-й позиции. Мордовии удалось отыскать на самом дне, на 73-й строчке рейтинга. На среднюю региональную зарплату, по оценке экспертов, у нас можно купить 575 литров 92-го бензина. Средняя цена такого топлива в 13-м регионе составляет 41 рубль 47 копеек. И да, выросла она с начала года на 4 с лишним %. Добавим, что больше всего за последние полгода в Мордовии подорожал 95-й бензин. Однако эти данные не нашли отражения в исследовании. Кроме того, владельцы АЗС сообщают, что 95-й – единственный, хоть как-то приносящий прибыль владельцам. А вот 92-й бензин балансирует на грани рентабельности. Юлия Прунова, Александр Зюзяев. Наши новости.